Удовлетворили 3 иска из 4. Прокуратура Сенгереевского района помогает медикам получить ковидные выплаты. Стимулирующие надбавки, положенные медикам по закону, не получили 4 сотрудника Сенгереевской районной больницы. За помощью они обратились в прокуратуру, специалисты которой, в свою очередь, передали дела в суд. В текущем году рассмотрено, удовлетворено и уже выплачены, значит, соответствующие стимулирующие выплаты гражданке Немовой, которая осуществляла трудовую деятельность в государственном учреждении здравоохранения Сенгереевской районной больницы в размере 28 тысяч рублей. Еще 3 гражданских дела сейчас находятся в районном суде на рассмотрении. Речь о 20 тысячах рублей на всех специалистов, лечащих больных коронавирусной инфекцией. По информации прокуратуры, в больнице готовы перечислить медикам полагающиеся выплаты. Средства на них не поступают из регионального министерства здравоохранения.